Якутянку, пострадавшую во время взрыва в метро Санкт-Петербурга, перевели в общую палату. Со дня теракта прошло ровно 9 дней. Сейчас город возвращается в прежний ритм жизни. Наземный и подземный транспорт работают в штатном режиме. В больницах все еще находятся пассажиры, пострадавшие от взрыва в метро. Правительство гарантирует им и их семьям, и семьям погибших не только помощь медиков, но и денежные компенсации. Городская администрация выплатит от 250 тысяч до 1 миллиона рублей. Метрополитен Санкт-Петербурга по 2 миллиона рублей. Тем, чьи родственники погибли в подземке. Ну а состояние пострадавшей жительницы Якутска Марины Быстровой стабилизировалось. Ее перевели в общую палату. В Санкт-Петербург по линии организованной МЧС прилетела дочь якутянки Виктория Колесникова. Представители Якутии, психологи работают с МЧС, больницы, там все, помощь оказывают. Пока реабилитация пройдет, все там. Пока, ну, как состояние стабилизируется, уже станет все хорошо, более-менее транспортабельно будет, уже тогда полетим.